Царствия рабов своих, воинов и защитников Отечества наш. Себя в боевых условиях достойно. Они высокопреосвященнейший владыко благослови. С Донбасса и Украины. Каждый из нас своим трудом, своей поддержкой твердо стоим друг за друга. Нас победить нельзя. Несмотря на январские праздники и то, что многие ребята, студенты уже разъехались по домам, мы собрались, чтобы почтить память, отдать дань уважения нашим землякам. Мы собрались почтить память всех погибших воинов на специальной военной операции. Собрались, потому что всем тяжело, а когда тяжело, нужно быть вместе.